Бабушка ударила ленивую внучку тапкой и угодила под арест. Пожилую американку арестовали за то, что она ударила по лицу тапкой свою взрослую внучку и позвонила спасателям, чтобы те вывели младшую родственницу из дома. Об этом сообщил новостной ресурс Fox 8. Полицейское отделение города Дейтона-Бич, штат Флорида, подтвердило, что поместило под стражу 95-летнюю Хэтти Рейнольдс, Женщина заявила, что ударила 46-летнюю внучку, потому что ей надоело, что родственница целый день лежит в кровати и напитывается воздухом из кондиционера. Когда стражи порядка приехали на место происшествия, внучка заявила, что не хочет выдвигать обвинений, однако Рейнольдс все равно забрали из-за строгих законов штата о домашнем насилии. Полицейский офицер Крейг Капри, отметил, что ему было жаль бабушку, но полицейские выполняли свою работу согласно законам. По его словам, Рейнольдс освободили на следующий день под подписку о невыезде. В начале мая сообщалось о том, что двух американских домохозяек арестовали за драку на сковородках. По какой причине началась потасовка, не уточняется. Больше ада и странных новостей в TELEGRAM канале, лента дна. Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.